Вікторія Брехар – українська співачка, солістка військового оркестру 194-го понтону мостового полку. Учасниця талант-шоу «Голос країни» та «Х-фактор». Солістка кавер-гурту «Blackberry Band». Народилася 21 травня у Дніпрі. З раннього дитинства мріяла про велику сцену. Закінчила 6-ту музичну школу по класу фортепіано. 6 років займалася у ВІА «Мастерок» під керівництвом Михайла Некрича. У 2006 році вступила до Дніпропетровського коледжу культури за фахом естрадно-джазовий спів та музичне мистецтво. Тоді почала виступати з місцевим оркестром «Віадук». У 2010 році народила донечку Марго та переїхала до Марганця. Створила дитячий вокальний колектив «Флеш». Працювала у Палаці культури гірників. У 2016-му почала працювати у військовому оркестрі. У 2018-му разом з чоловіком-музикантом створила кавер-гурт «Blackberry Band». Зараз команда працює над авторським матеріалом. У 2021 році вдруге прийшла на «Голос країни» перезавантаження. Розвернула 3 крісла. Вибрала Тіну Кароль. Згодом її вкрав Монатік. Вітаю на 9-му каналі «Проект пані та панове». Мене звати Ольга Владимірова. Сьогодні у мене в гостях чудова пані. Її звуть Вікторія Брехар. Тут мають бути гучні оплески. Уявні. Давайте уявимо, що вони оплески. Віка, привіт. Здравствуйте, здравствуйте. Ти привикла к аплодисментам? Да, я очень люблю аплодисменты, потому что мы ради этого выходим на сцену, в принципе. Но это энергетика, это отдача. А когда жидкие хлопки раздаются, это оскорбительно или уважительно? Ты чувствуешь разницу? Конечно. Между? Конечно, мне хочется сразу сделать, у меня сразу просыпается такой, как спортивный интерес. Мне надо... У меня внутри просыпается такая жилка, я не знаю, как это правильно назвать. И азарт. Азарт, да, вот правильно. И я сразу сделаю так, чтобы все вернулось. Чтобы жидкие хлопки стали громкими аплодисментами. Да. Это вдохновляет, это качает, когда люди присоединяются к твоему выступлению. Я скажу там, даже кричат, больше. Подпевают, танцуют. Я скажу даже больше, это вот, знаете, вот как наркотик. Я понимаю, что это может быть в эфире неправильно, но для нас, для артистов, мне не надо ничего употреблять. Это подпитка такая. Это такая подпитка. Это как в жилах кровь. Это очень круто. Это такое бурление изнутри. Это такой, это экстаз. Да. Поэтому это ничего не заменит. Мы так с места в карьер начали. Я просто уверена, что тебя, наверное, сейчас уже все знают. Но давай все-таки дай скажем. Бог. Виктория Брехар – певица. Да. Более известной она стала сейчас, потому что приняла участие в шоу «Голос країни». Но я скажу, что мы знакомы раньше. Я, по крайней да. мере, видела тебя в постановке «Рыжий мотель». И, возможно, я видела тебя в концертах детского ансамбля «Мастерок». Но да. это было давно. Ты изменилась, повзрослела, похорошела. Спасибо. И, собственно говоря, сегодня и поговорим о том, как же ты дошла до жизни такой. Давайте. Меньше о голосе, а больше о голосе. Виктории внутрешний. Брехар. Да, хорошо. И о тебе. С чего все начиналось? Какое детство? Кто родители? Ой, ну, родители у меня обычные, рабочие. У меня мама обычная продавец, да. Сейчас вообще она, если я не ошибаюсь, работала даже когда-то и паяла платы на наших ЮМЗ. Причем так, что до сих пор смеется, что как мужчины паяют. У меня мама очень хорошая, добрый человек. Папа у меня водитель, бывший спортсмен, атлет. К сожалению, его нет уже с нами, уже несколько лет. И это моя большая потеря в жизни. Но это, у меня ну, семья, которую вы видели на шоу, у меня большая, одни девочки в основном. Все начиналось просто. Моя мама просто увидела, что талант, и она меня... ну, я пела везде. Но она пыталась, может, попробовать туда отвезти. Я пыталась даже заниматься фигурным катанием. Мама водила меня в «Метеор». Это было, ну, как бы мне нравилось. Я до сих пор люблю это искусство, на самом деле. Это не просто спорт. Но все занимались с тренером, Вика занималась одна. Я умела пистолетик делать сама. Мне было неинтересно в команде. Ты индивидуалистка? Ты солистка? Нет, просто я быстро схватываю на лету. То есть я стихи учила быстро. Я не знаю, как-то вот все вот именно упиралось в творчество. Мама просто пыталась найти, может, где-то я себя в другом, да, могла бы найти там. Стихи я учила просто 2-3 раза прочитав,
И все, я могла... Способная девочка. Да, то есть именно в творчестве. С математикой у меня вообще по жизни не сложилось, как и у всех творческих людей. Но это такое. И потом... А мама пела? У меня как бы все в семье связано с музыкой. Папа у меня очень большой меломан. Он у меня собирал пластинки, бобины. Я родилась уже в музыке. Я даже не представляю вообще, что бы я делала без музыки, потому что это я. У меня даже муж музыкант. Он играет на бас-гитаре, он звукорежиссер в миноре. У меня даже дочка поет, танцует. Ну как, она не хочет этим заниматься? Она, мне кажется... Пока. Пока. Мне кажется, она актрисой будет, и это такое. Это мама она пела сама колыбельные? Уже конечно. Помнишь? Но это еще задолго до того. И мне мама, я плохо помню, пела ли она колыбельные, а я своей дочке пела. А какая любимая колыбельная? У дочки или у меня? У тебя. Естественно, колыбельная «Медведицы». Серьезно? Да. Я не знаю, почему я такой классический человек в музыке. Ложкой снег мешает, но да. Тебе большая. Но она вообще у меня засыпала одна. Вот я ее положила. Вика одна делала пистолетики, дочка засыпала одна. Это наследственно. Это наследственно, да. Ну, то есть она, это копия я. Растет ребенок такой же, ну, вот копия Виктория Брехар. А ты на кого больше похожа? На папу? На папу. Внешне на папу. Но мне иногда кажется, что я сейчас становлюсь больше на маму похожа. Но когда я была маленькая, я ничего об этом не задумывалась. Я просто девочка. Я во дворе гуляла всегда. Мне нравилась вот эта вся... С мальчиками футбол играла. Да, я стояла на воротах, и мимо меня не пролетал ни один мяч. У меня даже руки были расцарапаны. Ты пацанка такая? Да, я была пацанка. А потом стала девочка-припевочка, да? Это уже в школе было, это уже было позже. Когда меня мама отвела в мастерок, до мастерка у меня еще была, если я не ошибаюсь, вторая музыкальная школа у Лины Цодиковой. Я занималась золотым ключиком. Лина Осиповна, боже. Как тесен мир, как мал наш город. И там я начала больше, там было больше с театром связано, мне очень нравилось. Тоже у меня роли были все босячки такой, знаете, вот дворовой девочки. У меня вот, где-то есть даже фотографии. Такая Пеппи длинный чулок немножко, да? Да, это мягко сказано, да. Это, ну... Пеппи в квадрате. Да, Пеппи в квадрате. Пеппи такая больше, как девочка, а я именно, вот, знаете, с растрепанными волосами. Все, как писал Михаил Григорьевич для меня песни. Михаил Григорьевич, не Якрич, давай объясним, это художественный руководитель, который создал... Вокально-инструментальный ансамбль «Мастерок». Еще задолго до того, как я пришла, и очень я счастлива была... получить обучение в этом коллективе, потому что оттуда вышли невероятно талантливые люди, которые сейчас работают по всему миру, они известны. И даже ну, и у нас в стране, например, Армен Констандян, который работает на «Голосе Украины», на перкуссии играет. И мне посчастливилось с ним побывать на одной сцене, я счастливая была встретить друга. Вы одного выпуска примерно, да? Нет, он раньше, да. Но мы друзья, и мы поддерживаем всегда связь полностью как друзья, никакой просто поддержки, он просто поддерживая друг друга. Это один из немногих, с кем ну, я то есть ты хочешь сказать, что ты не по блату попала я в голос, не, потому что я там не Армен, по блату. Да? А то люди нет, сейчас не поймут такой поддержки. Не, ни в коем случае. Там, ну, я лично по блату не попадала, потому что я считаю, что нельзя связывать это. Я человек такой... Я не люблю такие дела. Честный. Я честная, я очень, я вообще борец за справедливость. Надо объяснить зрителям, что особенность ансамбля «Мастеров» была в том, что все дети пели без фонограммы, Михаил Григорьевич не признавал фонограммы, и все дети играли на инструментах сами. Он очень страдал, да. Когда пошло засилие фонограммы, когда исчезли звукооператоры, да. И когда мастерку предлагали не подключать инструменты на концертах, я помню, он очень был зол, он за живое искусство. Да, в 96-м году я попала в коллектив «Мастерок», меня мама отвела, ей посоветовали, сказали, что это лучший коллектив города Днепропетровска, то и Украины. На то время это по-настоящему был очень уважаемый коллектив в нашей стране. И на самом Михаил Григорьевич вообще с первой... Как всегда, я все у меня со второго раза. Он просто вышел, мама моя привела, он сказал, я не буду с ней заниматься. Можете спросить у моей мамы, я не шучу. Он мне это тоже когда-то рассказал. Я не буду с ней заниматься.
Я просто, ну, я так учу, я так понимаю, что я просто вот, в смысле, на меня управы нет. И он просто, заберите девочку. Я, видно, не высадила, я не сделала то, что он хотел, но все равно оставил. И так по чуть-чуть мы, он нашел со мной общий язык. И... То есть тогда дисциплина была не про тебя, да? Не. Я так скажу, как ребенок. Не. Ты пришла со своим видением. Ну, у меня всегда было свое видение. Я всегда делала то, что я чувствовала сердцем. И для меня, ну, как бы, у меня родители, меня папа всегда... как так тепло относился, никогда не разрешал меня бить, не воспитывать не разрешал. Я воспитывана в любви, в принципе. И в свободе, наверное, и в свободе, да. Бабушка моя очень была за то, чтобы меня, мне давали волю моим эмоциям. Она видела, что я творческая, у меня бабушка пела в хоре, да. У меня есть корни тоже. То есть у меня вся семья такая вот именно... музыкальная, но я одна пошла вот так вот по тропе музыкальной и очень счастлива на самом деле. Что тебе дал мастерок? Что тебе дал Михаил Григорьевич? Михаил Григорьевич мне дал опыт. Он мне дал, знаете, вот, вот этот профессионализм, который я по сей день сейчас пользуюсь им, потому что школа Некрича Михаила Григорьевича, это что-то невероятное. Помнишь какие-то замечания его в твой адрес? Я вам скажу больше. Я надеюсь, это попадет. Он меня воспитывал так, как никого не воспитывал. И потом, когда он мне говорил, ну это же ты. Говорит, ты понимаешь, что я это делал, потому что это ты. Говорит, я других мог так не воспитывать. Говорит, я, конечно же, видел в тебе талант, но мне надо, чтобы ты вырабатывала вот тот профессионализм, и, конечно же, он меня так воспитывал. Таланта мало, нужно работать. Конечно. Я могла за оценки не выйти на сцену. За плохие оценки, естественно, если вы понимаете. И один раз он это со мной сделал. Мне было очень обидно, я не поехала на концерт. Хорошо, что это было в Днепре, а не где-то в Киеве. Но мы очень много гастролировали. Он как-то командовал твоей внешностью, например, да. Воспитывал вкус. Я вам расскажу даже такую историю. Мы ездили в лагерь, одни из первых наших таких поездок. Каждое лето мы ездили в Молодую гвардию, в Одессу. Это самые яркие мои воспоминания. Очень люблю Одессу. И у меня были длинные волосы. И обратно я приехала домой со жвачкой в волосах. Меня мама чуть не убила, но Михаил Григорьевич ей поставил условия. А ты знала об этой жвачке или нет? А ты даже не заметила? Я не заметила. Может, я знала, но когда моя мама нашла, это было, скорее всего, где-то в поезде. А волосы длинные еще были, да? А волосы где-то были вот такие вот. Я не знаю, я не помню, но мне, у меня у сестры всегда были длинные волосы. Они у нее росли очень быстро, они у нее красивые, такие, знаете, вот как смола, вот черные, черные, причерные. А у меня не было никогда таких волос. Они у меня были кучерявые, я вот такая вот была. Мне всегда хотелось, как у нее волосы, я их пыталась отрастить, но не получалось. И в итоге эта жвачка сделала все свое. Михаил Григорьевич моей маме поставил условие, что либо стригите, либо я с ней работать не буду. Вот так вот. Пришлось маме подстричь, потому что я уже была в коллективе, я, в принципе, не хотела уходить. Я еще тогда не понимала, у меня еще не было вот этих подростковых дальнейших мыслей. Мама меня подстригла, у меня была вот такая короткая прическа. Это можно найти в архивах у меня, даже, наверное, у вас, у 9 канала. Это, конечно, ну, для меня была такая вот беда. Надо мной стали немножко смеяться мои одноклассники. Вы знаете нашу молодежь. И я ходила, меня бабушки путали с мальчиком. Мне говорили, мальчик, какой троллейбус едет? У нас они еще, он тогда еще был по 50 копеек троллейбус. Да, в хорошие времена. Я ездила в мастерок сама уже в подростковом возрасте. Михаил Григорьевич уже немножко мне давал волю. Угу. Когда мы подросли, он долго нам не разрешал краситься. Мы пели только вживую. Я быстро ловила весь репертуар. Я была в ансамбле «Вольтах». Он мне помог воспитать в моем голосе вот именно ту мою альтовую
То есть мы не забудем так говорить, да, он всегда говорит, ну, сделай мне мясо. Да? Мы когда приходим... Как сказал? Сделай мне мясо, как он говорил. Мы всегда, когда собирались на день рождения, он вечно, а вот еще ниже, и пой, и пой. И он меня так развивал в малой октаве, что на данный момент у меня даже сейчас есть... Ре малой октавы, может быть, уже даже до... Можешь изобразить ре малой октавы? Сейчас это... Это утро! Нет, не время, не сегодня. Не сегодня, да, но я использую ее. И с помощью Михаила Григорьевича я развила свой большой диапазон, потому что мне он никогда не разрешал петь что-то больше, чем выходить за рамки вот моей альтовой партии, да, среди ансамбля. Я всегда смотрела на Иру Зуйнок и хотела петь... такие песни, как у нее, вот «Звезда». В 15-м году, когда у нас был день рождения мастерка, он мне позволил ее спеть. Она обещала кому-то успех. Кому залетит она, темною ночью в окно дарит удачу она, счастье тому суждено. На тот период я была просто шокирована, потому что мне он дал петь Иры Зуйнок песни, потому что она его муза всегда была. И она всегда присутствовала у нас. Ну, значит, ты доросла на тот момент? Значит, он ждал этого, да? Нет, он просто видел, что я готова была уже, наверное, идти, потому что я хотела к этому. Но до этого я 355 раз уходила. Я в 13 лет ушла с мастерка, я прожила очень большой период там. И я, наверное, да я не знаю, я нечисленное количество раз я психовала, уходила, убегала после концертов. Да, я не хотела иногда идти, но все равно возвращалась. И Михаил Григорьевич знал, что я вернусь, да. И я всегда была предана мастерку, и по сей день я считаю, что это самая лучшая школа, которую можно пройти для любого артиста, аматора и профессионала. То есть он из нас делал... профессионалов уже в детстве, потому что мы ездили на гастроли за границу, мы колесили по всей Украине, я выступала в свои 8 лет на президентской елке перед Леонидом Кучмой, понимаете? Ну, маленькая девочка, вот тут какие-то два хвостика, и я ничего не понимала. Вот сейчас вот увидела, снова пролистала свою ленту, увидела этот пост, и Боже, это настолько я начинаю осознавать, сколько, знаете, вот это уважение и благодарность к тому, что он дал. Не было никаких скидок на то, что вы дети, да? Никогда. Вы актеры, вы артисты, вы исполнители. Мы артисты. Mm-hmm. Он нас воспитывал как артистов. Во-первых, мы пели не каверы, да, будем так называть. Мы пели его авторскую музыку, которую он получается, вел через какое-то вот... через века, потому что, например, я до сих пор могу включить, я до сих пор помню партии, которые я пела с мастерка, чтобы вы понимали. Я включаю диски, которые он нам давал, он дарил нам диски. Я до сих пор пою те колядки. Мы ездили в Германию, это было невероятно. Мы пели в храмах колядки. Все батюшки не понимали, что происходит там, потому что дети поют... Во-первых, наши колядки известны по всему миру. И нас приглашали спеть. И представьте, вы стоите, я даже орган там первый раз попробовала играть. Все были в шоке, что маленькие дети, во-первых, поют не на три голоса. У нас была партия разложения на четыре голоса. Это было невероятно. И мы все держали эти партии. И мы дети! Нам максимальный возраст наш был, это одна я из самых старших была, это 13 лет. И это было невероятно. Вот у меня даже слезы наворачиваются. Это счастливое детство. И мы уже считали себя артистами. Ты уже тогда понимала, что ты хочешь этим заниматься? Было чувство или это все было несерьезно? Скажу так. Я уже говорила, что я родилась в музыке. Когда я... Первая моя музыка, это была Абба и Роксет. Но это было до того... Это еще я вообще была грудничок. Меня воспитывали на такой музыке. Но все смеются, кстати, над этим. Когда почему? Я услышала это хорошая музыка. Когда я услышала в 2 года группу Queen... Нет, я имею в виду смеются над тем, что до 2 лет, да? Но когда я услышала Фредди Меркури,
для меня вообще никого больше не существовало в этом мире. Нет, я люблю по сей день Аббу, я люблю Роксет, я обожаю эту музыку, я воспитана на рок-музыке Aerosmith, Def Leppard, и поехали дальше перечисляю. У нас очень похожие вкусы. Нет, просто меня родители так воспитали, я очень люблю Бон Джови, это такой классический рок. Ну, я, конечно, больше воспитана уже в подростковой возрасте, наверное, на вот этой музыке 2000-х и латиноамериканской музыке. Я очень люблю латиноамериканскую музыку. Ну, это пришло позже, а база-то осталась. База у тебя осталась, с да, да. Поэтому я думаю, еще в 2 года, когда я услышала Фредди Меркьюри, эта история, которую рассказываю всем, показывали концерт Фредди Меркьюри, Queen, в память. Угу. Тогда он умер. И я вообще по сей день считаю, что таких артистов больше нет. И, наверное, в ближайшее тысячелетие и не будет. Я бегающий, невозможно усадившийся ребенок, которого усадили возле телека, одним звуком. Мама говорит, я первый раз увидела, что мой ребенок сел и просидел 2 часа. И она говорит, вот это для меня было тем, что я поняла, кем ты будешь. Это был знак, что... Знак, да. И я, наверное, тогда уже на подсознании понимала, кем я хочу стать. И по сей день для меня это мой кумир. И, ну, то есть, получается, только в подростковом возрасте я, конечно же, уже осознала это. У тебя есть кавер-группа, там да. Вы поете что-то из Queen? Я хотела сделать, но, вы знаете, я скажу так, мне очень тяжело. Потому что я слышу его в своих ушах. Mm-hmm. Я не могу, я плачу, когда слышу его голос. Вот до сих, вот я говорю об этом, и mm-hmm. для меня это такая тема, что я бы хотела бы, очень бы, конечно, бы с ними спеть. И с Уитни Хьюстон, это кумир мой, Майкл Джексон тоже. Но, к сожалению, я не могу. Я слышу его в своих ушах, и я начинаю петь. Я стараюсь иногда его спеть под фонограммы. Мне не хватает его звука, его поддержки. Я слышу, я не могу слушать Богемскую рапсодию. Поэтому для меня очень тяжело. Я хочу сделать «We will rock you», но понимаю, что это для меня тоже уже опасно. Потому что это всегда сравнение. Но он в моем сердце. И... Ну, видишь, для тебя даже важно не то, как сравнивают другие, а как сравниваешь ты сама. Ты сама понимаешь, что нет, да? Это... Что я не он, и я не, он. Не повторю, на самом деле... и даже не приближусь. Да? Вот даже сейчас, после эфира на «Голосе» с Евгенией Власовой, меня все пишут, вот она не Евгения Власова, она так как никогда не споет. Ну, давайте начнем с того, что у меня меццо-сопрано, а Евгении Власовой вообще сопрано чистая, по-моему, mm-hmm. если не ошибаюсь. Как можно нас сравнивать? Мы две разные артистки. Вы совершенно разные по подаче, вот по это... темпераменту разные. Я ненавижу эти сравнения. Я – это я, и я никогда не пыталась петь как кто-то. И когда, вот даже вот сейчас за этим вопросом мы это обсуждаем, и поэтому я не пою Фредди Меркьюри. Мне легче спеть Майкла Джексона. Его манеру, что-то, там столько всяких фишек. Нюансов. Нюансов, да. А Фредди – это душа. И я не могу. И я пою, и у меня такое ощущение, что он сейчас во мне просто. И я слышу его, и я не могу. Даже в «Show Must Go On», что бы ни было, я хотела. Но я понимаю, что для меня это тяжело. Это, знаете, вот... Ну, это как будто бы твоя святыня, ты к ней да, прикасаешься. Да, да? Вот примерно это так. Отдельный разговор mm-hmm. для меня. И со мной невозможно поспорить. Я читала о нем книги. Много книг. Я пересмотрела кучу, во-первых, все концерты, у меня есть диски. У меня папа для меня собирал все пластинки оригинальные. Ему с Германии перевозили и искали оригинальные пластинки группы Queen. Слушай, ты удивительный человек. Знаешь почему? Мы говорим о тебе и все время говорим о твоих кумирах, о твоих учителях. Ты настолько ярко, настолько эмоционально, настолько тепло и с такой любовью говоришь о других людях, что ты забываешь о себе. Это какое-то такое, знаешь, само... Ну, актер, артист, это вообще жертвенная профессия? Да. Я рассказываю. Во-первых, даже вот объясню. Это даже если семья... почему мой муж басист? Он всегда будет со мной рядом. Потому что я знаю, что, что бы ни было, он будет играть рядом со мной. Это человек, который помогает, он видит меня так, как не видит никто. Я ему доверяю. Но
То есть он когда понимает я... тебя не только как женщину, только как жену, но и как артистку, он это разделяет, это... Я думала, он знал, на ком женился. Бачили, очень шокували. Не, ну, семья – это самое ценное, что у меня есть. Это, я не могу разделить музыку и семью, я хочу совмещать. Я хочу быть, наверное, одним из немногих артистов, хотя бы на нашей эстраде, которая умеет соединять это. Это очень тяжело. Это жертва. Потому что это время. Но жертва есть и на сцене. Ты каждый раз должен вытаскивать из себя эту эмоцию. Это не всегда легко. Когда у меня умер отец, я вообще упала в депрессию. Я не могла не петь. Я настолько... Я перенесла его болезнь вместе с ним. 2,5 года он жил со мной. Я видела, как мой отец становится в моих руках просто младенцем, ребенком. То есть, это тяжело. Он дал меня в мир, и это тяжело. И на тот период, если бы не мой муж, я бы вообще, наверное, сейчас бы не пела. Мне пришлось обращаться к психологам. Я просто пришла и сказала, мне нужна помощь. И поэтому я уважаю людей, потому что я уважаю жизнь. Я знаю, насколько труд за кулисами каждого. Даже здесь у нас в студии есть люди, которые... кашляют там за кадром, да? Они переживают, чтобы этот кадр был важен. Конечно. Поэтому я сделаю от себя все возможное. Но если я смогу своим талантам помочь, я все равно понимаю, что это без команды не будет. Ты заканчивала что? Днепропетровский колледж культуры. То есть ты все-таки пошла уже и учиться дальше? Да, я хотела пойти выше, но так как на четвертом курсе я родила дочь, мне пришлось немножко отставить свои приоритеты и, конечно же, воспитывать. Я переехала в другой город. Я 5 лет прожила в другом городе, Марганец, и там мне пришлось стать немножко на другую ступень обучения. Это очень помогает. Ты работала с детьми там, это да? Педагогика, да. Смотрите, в 2010 году я уехала жить в Марганец. Через год я стала там работать. Мои дети были такие же, наверное, как и я, потому что какой педагог, такие и дети. Это нормально. Ну, тебе было немного лет. Нет, на самом деле для меня это было... Я педагог, мне пришлось познавать эту структуру изнутри. Это профессия, но я не педагог. Я не чувствую себя педагогом, поэтому мы и вернулись. Я помню, как раз в этот период было твое первое пришествие на «Голос», и дети тебя поддерживали. Да, меня дети, они говорят, почему вы не пойдете туда, почему вы не заявите о себе. Я скажу так, что на самом деле я тогда была зеленая, очень сильно зеленая. После рождения ребенка мне было тяжело восстанавливать себя. Я восстанавливала себя самостоятельно, потому что... Педагоги, с которыми я бы хотела бы работать, это мой педагог по вокалу Беликова Тамара Васильевна из Днепропетровского колледжа культуры и искусств. А я до сих пор с ней веду связь, она меня поддерживает и даже дает свои наставления. Mm-hmm. То есть это тот же Михаил Григорьевич, да? Я хотела попасть в шоу, хотела чего-то нового, но, к сожалению, не прошла. Наверное, это была драма для тебя? Травма, да. Трагедия, да? Да. Для меня, скорее всего, это был не готовый этап. То есть, знаете, вот всему свое время. Мне нужно было, чтобы вот был такой толчок для того, чтобы преобразовать себя. Но я загнала себя в депрессию. Михаил Григорьевич нас всегда учил, чтобы мы были лидерами. Мы артисты на сцене. Когда я работала в ДК культуры Горняков в Марганце, мне было тяжело совмещать педагогику. Почему я с нее ушла? Потому что педагогика, это, ну, ты должен просто в нее вот как в море нырнуть. Это большая ответственность, это большая дети. Отдача. Конечно. Ты работаешь с детьми. Это другая жертва. Ты это как тоже, мама. Это тоже жертва. Конечно. Это ты ответственен за каждого, кто в твоем коллективе. Поэтому я ушла. Вот Михаил Григорьевич был педагог. Да. А ты нет. Ничего страшного. Я та, которую он воспитывал. И он гордился мной, я это знаю. И сейчас бы он мной гордился. Сейчас ты солистка
трудно для меня выговариваемого. Я солистка, я сейчас скажу. Давай. На данный момент я являюсь солисткой військового оркестру 194-го понтонно-мостового полку. И я пишаюсь цим. Угу. Ты не военный человек. Нет, я не военная. Ты такая приходящая звезда теперь уже, да? Но меня очень любят в оркестре, очень уважают. Я очень ценю это, потому что, на самом деле, мне тяжело было найти общий язык с Богданом Васильевичем. Мы очень похожи по темпераменту, именно в работе. Богдан Васильевич Задорожний является дирижером оркестра, он полковник. У него это военная служба. Вы представляете, тут пришла девочка и говорит, я такая-то, да, вот все. А был отбор какой-то, был кастинг, прослушивание, или тебя взяли сразу? Ну, меня нашел друг. Ну, это была случайная встреча такая. А не хочешь ли, Вика, попеть в оркестр? Нет, да? Не так не было. Так? Они ехали за границу, во Францию. И у них не было солистки, она ушла, а им надо было срочно. То есть по контракту туда, там всегда подписываются контракты, mm-hmm. когда они едут за границу, нужна была солистка. И тут случайная встреча с одним из наших друзей, и просто так получилось, что я поехала, меня встретили, естественно, и Богдан Васильевич просто услышал мои две ноты. Я до сих пор помню, какую песню я пела, это было «Укрен Эльзы на небе». Он, ну что-нибудь спой. И Сережа Давополы, который пригласил меня в оркестр, он говорит, я знаю, давайте быстро сыграем. И Богдан Васильевич такой сидит, господи, все, я уже понятно, она уже у нас работает. Но он мне дал все равно испытательный срок, как и всем. Я прекрасно помню этот момент. Мы первый раз поехали в Киев до того, чтобы, ну, как бы проверить меня. Это для меня было настолько волнительно, потому что я, во-первых, одела военную форму. Первый раз в жизни Вика одела военную форму. Но я всегда мечтала одеть военную форму, потому что я считаю, это очень-очень так, очень красиво выглядит, mm-hmm. очень престижно выглядит. Mm-hmm. И быть солисткой военного оркестра, это тоже престижно. Кстати, когда ты пришла на шоу, Тина да. обратила внимание на однозначно. То, что как есть она между сказала, вами связь. Как она сказала, свояка видит издалека. На самом деле, я плохо услышала эту фразу там на шоу, но когда я поняла, что Тина сказала, это так было смешно, и она очень по-доброму к этому отнеслась, потому что она тоже так начинала, и у нас с Тиной вообще есть что-то общее в жизни, и она такой же трудоголик, как и я. И для меня она пример, большой человеческий пример. Я ее увидела другой, но поэтому... Она строгий тренер. Да. Но тебе не привыкать к строгости. Я же говорю, поэтому я была счастлива попасть в ее команду. Я понимала, куда я иду. И я за кулисами всем говорила, что она не повернется. А ты хотела к ней внутренне? Я, честно... Или было все равно? Я вообще даже боялась думать об этом. Я понимала, что если ко мне кто-то повернется, это будет не Тина Кароль, потому что она самая требовательная, потому что она всегда слышит все изъяны. Она настолько профессиональная певица, что она сама себе сделала. После смерти мужа она сама занимается собой. И это видно. И поэтому она от всех требует. Какие-то советы профессиональные она тебе дала? Конечно. Вот ты приехала с багажом уже с шоу, да? Ты что-то в себе новое открыла? Я скажу так. Во-первых, после того, как она ко мне повернулась, я настолько была счастлива, что, мне кажется, я ходила весь этот период в омуте таком, потому что это Тина Кароль. Я училась петь на ее песнях. Ее альбом в 2006 году, мы перепевали ту же «Ноченьку», у нее там... То есть мы искали ее минусовки, мы делали задавки для того, чтобы спеть ее песни. Весь альбом «Выше облаков», которая для меня вообще стала такой определенным этапом новым в своей жизни. Я поступала с этой песней в Днепропетровский колледж культуры, и там же я встретила своего мужа. На вступительных экзаменах, то есть уже будущего мужа,
И я пела эту песню, я говорю, дай мне соль-мажор. Это не соль-мажор. Я говорю, это не соль-мажор. Он, это соль-мажор, у меня гитара в руках. Ты мне будешь рассказывать, да? Да. Потом я потом извинилась, потому что это был соль-мажор. Вот так вот и началась наша встреча с мужем, да. Но это были песни Тины Кароль. И каждый этап, там я познакомилась с Кристиной Агилерой, ее альбомом Back to Basics, который просто дал мне новые тоже наставления в музыке. Но когда я начала работать с Тиной, это можно вот так вот все убрать. Но она дала мне немного наставлений, но очень важных. Я такой человек, который смотрит в рот человеку опытному. И я смотрела ей в рот. Я видела, как она все это делает. Ее была задача успокоить меня. Она мне говорила, что у меня все есть. Но когда она мне сказала, что мои верхние ноты и здесь не у каждого есть, я начала здесь все переосмысливать. Я не буду говорить сейчас всем, какие наставления она мне дала в плане профессиональной именно техники. Это дорогого стоит? Конечно, это секрет, это дорогого стоит. С ней работать, это просто... Дима это другой? Благодать. Дима другой? Дима спокойный. Но Дима смог меня немножечко, немножко успокоить. С Тиной я была немножко все равно зажатой. Ага. Как я была с ней как конкурентка, не знаю, может быть, у нее настолько бешеная энергетика, я даже раскрою секрет, я ей это сказала, говорю, она, чего ты не, вот такая зажатая? Я говорю, вы не понимаете, у вас такая энергетика, а я чувствую людей. Я чувствую их... Напор. Нет, вот именно ауру. И я, когда захожу, я и вас чувствую. Я чувствую каждого, кто из вас здесь находится в студии. И там каждого человека я чувствую. И Милу Низич я чувствовала. И я чувствовала, что будет в дальнейшем со мной. У меня есть как такая женская интуиция. И мне некоторые говорят, что я двангую. Ведьмочка? Не знаю. Но я змея по востоку. Может быть, это влияет. Змея – это большая мудрость. Слушай, я женщина, а каждая женщина внутри себя ведьма. Каждая женщина должна быть змея, как пел Борис Гребенщиков. Да, это больше, чем ты, это больше, чем я. Работа в шоу – это все-таки работа. Это работа. Это утомительно, это сложно. Утомительно, потому что Тина даже иногда говорила, вы понимаете, для чего ты сюда пришла? Вообще, либо ты работаешь, либо уходи отсюда. Как всегда это говорят... профессиональные, опытные люди. Ты на сцене, работай. Неважно, ты для одного человека поешь или это большой стадион. Кстати, тебе приходилось петь для одного человека, и это не колыбельная, да? Приходилось. Вы знаете, во-первых, эти прямые эфиры, которые в Инстаграме сейчас очень популярны, это тоже такая аудитория. Но были моменты, когда в зале 5 людей. И ты ничего не можешь сделать. Ну, не 5, чуть-чуть больше, но когда ты привык к большой аудитории, например, такие города, как Гайворон, когда мы с оркестром едем, а там просто сцена ломается, и люди просто, они, я не знаю... Соскучились. Соскучились за таким, да, и после того, как ты приезжаешь... Они не избалованные, некоторые... наверное, концертами. Вот. Угу. А вот есть, когда ты приезжаешь в определенные зоны АТО, и там нету таких... Там люди боятся выйти, потому что вы проезжаете, и там сколько, 200 километров там стреляют? Я, может, ошибаюсь, да, в километраже, но все равно люди боятся. Это другая, совершенно другая да. ситуация. И они боятся выходить. Да, то есть концерт небольшой, бывает всякое. И когда работала я в Марганце, тоже не всегда были большие аудитории, потому что там рабочий город, да. Аншлаг – это приятно, но он как бывает всегда. Не всегда, скажем да. так, да? Но аншлаги Но если люди были, пришли, я всегда говорю молодым группам, да, когда веду фестиваль или концерт, я говорю, смотрите, вот под сценой 10 человек, да. но они пришли именно на вас. Да. Запомните их, это ваша ценная золотая публика, не случайная. Да. Это ваш... И они успокаиваются, это тешит, это льстит. Потому что среди тысячи половина может быть просто случайных людей. А вот если эти 10, это твои. Вы знаете, эти случайности не случайности. Угу. Вот даже вот работая с Димой, вы спрашивали, какой Дима. Дима спокойный, очень творческий и... Он меня потушил немножечко. И я не считаю, что у меня есть синдром отличницы. Но он сумел мне дать какую-то вот уверенность. И это тоже немаловажно. А Тина дала мне технику.
просто невероятно. Интересно, что бы тебе щелчком. Дал винник, если бы ты с ним поработала? Не какой думала? Винник за кулисы? Да, на самом деле, мне есть вообще где-то, я так понимаю, на голосе, где-то и за кулисами фотографии. Мы фотографировались с винником, но Олег очень интересный человек. К сожалению, я не смогла только пообщаться и вообще как-то вот даже приблизиться. Ну, ты у каждого бы тренера что-то взяла бы, правильно? Обязательно. Я бы хотела бы это. Почему? Я всегда говорю, что я уважаю каждого творчества, потому что я знаю, насколько трудно делать себя. И поэтому я раньше относилась к этому так. Ой, там Леди Гага, она там то-то, то-то. А сейчас я понимаю, какой невероятный труд они делают. И я уважаю человека за то, что они сделали. А не за то, что, точнее, как они себя представляют на экране. Это совершенно два разных мира. За кулисами многие не видят этой работы, этого колоссального труда, который человек просто показывает, и вы видите на экране. Это просто, вы знаете, вот вы вышли на сцену, вы уже должны расслабиться, вы уже знаете, сколько вы сделали. И именно вот эта расслабленность человек чувствует. Но часто приходится развлекать публику, да, вызывать бывает какие-то эмоции, всякое. Когда у тебя на душе нехорошо. Так да. же бывает, да? Бывает, конечно. Бывает и горе, бывает усталость да. просто, бывает просто да. какой-то такой... Не выспался. Вот, не выспался, да, голодный, там еще чего-то, да. Да. Вот, но ты выходишь... Однозначно. Хоп, есть у Вики какие-то внутренние наставления для себя? Во-первых, перед какой-то выходом... Какой-то пендель такой, я не знаю. Пендель... часто мне дают пендели мой муж. Он говорит, ты вообще для чего сюда пришла? И неважно, работаешь ты где-то в ресторане, для какой... Главное, что у тебя с ними произойдет во время. А перед тем, как выйти на сцену, я всегда читаю «Отче наш». Я не, это нас приучил вообще Михаил Григорьевич, но я, для меня это... Я верю в Бога, я верю в то, что есть что-то сверху, что дает мне силы. Но я, если чувствую, что что-то не так, я внутри себя говорю, так, а ну, тряпка, соберись. Ты вообще зачем здесь стоишь? Ты суеверная? Нет. Я считаю, что это все просто обычные такие вот... Ну, смотря во что суеверное. Ну, перед выходом на сцену, там, знаешь, что-то упало. Если считать... Там... Но, смотрите, у меня всегда что-то рвется на сцене. У меня рвались подъюбники. Это нормально. Колготки постоянно где-то там обязательно порваны. Или, например, что-то забыла. У меня иногда такое на голове может быть. Но так как я работаю на сцене, и я всегда, извините за выражение, потная, я выхожу, и это видно. У меня постоянно все мокрое. Ну, это труд. Это труд. И неважно, на какой сцене я работаю. Вы поймите, это человек. Он пришел, чтобы увидеть отдачу. Мне надо выжать у человека то, что я всегда, ну, душу. Если я пою «Житем», я сделаю так, чтобы я плакала, и этот человек плакал. Во-первых, я на сцену выхожу, я понимаю, о чем я пою. И неважно, я грузинскую пою песню, «Сулико», например. Я выучила когда-то «Сулико» за 4 дня. Для меня это было сложно. Но так как приезжала грузинская делегация, я еще работала в «Маргенс», я это сделала. Они меня хотели с собой забрать. Но это все шутки, вы поймите. Это просто шутки. Но если надо, я профессионал. Но если я не понимаю песню, я за нее не возьмусь. В твоей жизни сейчас два коллектива, правильно да, я понимаю? Да. Это оркестр военный угу. и это кавер-бенд, да? Кавер-группа Blackberry Band. Угу. Это проект, который создали мой муж и я. А во-первых, я его очень просила, он боялся это делать. Почему? Потому что большая конкуренция в городе. Но я не могла сидеть. Мне не хватало... Я люблю много работы. Я люблю много работать. Я не, ну, меня так приучили. Я такой человек. И если я чувствую отдачу от своих же коллег, я буду пахать, и мне не надо за это деньги. Что в репертуаре? Все. Я не пою блатную музыку, да. Ну, смотря сколько заплатят, в принципе. Я работала долго в кабаках, по-другому я это не назову. Я много... Ну, вы поймите, я ушла с ресторанов
для того, чтобы работать в военном оркестре. Потому что быть на уровне и соответствовать такому оркестру мне очень хотелось. И я поняла, что пришел момент что-то менять. Поэтому через несколько лет работы в оркестре мы создали кавер-группу. На самом деле в работе в ресторане нет ничего как бы плохого и стыдного. Это тоже работа. Это работа, но... Но если ты готов и для хочешь вокалистов... расти... Нет, для вокалистов есть обстоятельства определенные. Я слышала, что меня туда затягивает вокально. То есть, вот знаете, вот такая есть кабацкая манера, я называю. Mm-hmm. Для меня это неприемлемо. Михаил Григорьевич этому не гордился бы мной, если честно. Почему? Потому что вот это для меня я не могу. Ну, то, что нравится публике, которая там в определенном состоянии, да. Скажем так. Да, я могу работать для такой публики, но я хотела большего. Я всегда хотела быть фирменной певицей. Класс, так звучит хорошо. И для меня в приоритете была музыка, зарубежная музыка. Это Уитни Хьюстон, Лара Фабиан, Селин Дион, Кристина Агилера, моя любимая. Я всегда учусь у таких артистов. Марай Керри и поехали. Там. Несмотря на то, что я очень люблю Бритни Спирс, и я слушаю разную музыку, но это 2000-е, что я росла на этой музыке. И Backstreet Boys, NSYNC, это вся моя музыка. Я всегда слушала их музыку. Естественно, я не говорю про Фредди Меркьюри, я не говорю про Майкла Джексона. Ты про них уже сказала. Я уже про них сказала и не говорю про другую рок-музыку, хотя я воспитана на рок-музыке. Но для меня вот этот был период ресторанов, я хотела уйти. Если бы я вернулась туда, я бы хотела бы вернуться вот как сейчас, с кавер-бендами. С кавер-бендом, с оркестром, даже уже на своих условиях, скажем так. На своих так, да? условиях, угу. Да. То есть я хотела других площадок, я хотела чего-то большего для себя, и я это получила. Потому что наши мысли что делают? Реализуются. У меня есть виртуальная корона. Извините, это так смешно. Да, это всегда смешно, и это хорошо, что ты смеешься, потому что это, конечно же, это шутка. Для многих людей это сложный вопрос. Да. В чем бы ты себя короновала, в чем бы ты себя похвалила, в чем Вика молодец? Может быть, что-то, чего не знаем мы, чего не знает публика, но вот ты точно знаешь, что вот в этом ты молодец, и это твоя заслуга. Так, на самом деле, ну, в детстве у меня часто подымалась корона. Меня Михаил Григорьевич очень часто крылышки мои обрезал, и моя мама, но со временем для меня стало это неприемлемым. Если иметь корону и хвалить себя, корона, я не честно, я не люблю хвалить себя. Я всегда найду себе в какой-то недостаток. И может в этом плане Дима и был прав, что у меня есть вот в этом плане, да, синдром отличницы. Я не пытаюсь всегда все сделать идеально, но мне каждый раз хочется сделать что-то больше. И с другой стороны, я за это могу себя похвалить, потому что это трудолюбие, это уважение к себе. И в этом плане я могу себя похвалить. Слушай, корону нужно уметь носить на самом деле, да? Корона – это осанка, чтобы она не съезжала так на уши. Подождите. Да? Это стержень. Да. Пусть ее никто не видит буквально, но ты четко знаешь, что я, Вика Брехар, молодец в том, что я трудолюбива, например. В этом плане мне… Или я принципиальна. Я упертая. Я иду к своим целям. Пусть даже трудно. И пусть даже иногда у меня нету на это сил. Вы знаете, в моей жизни очень много было препятствий даже для того, чтобы вот сейчас сидеть у вас. Вы не представляете, насколько я счастливая, что я могу сейчас... Меня приглашают на другие каналы, у меня берут интервью. Я никогда не могла себе представить, потому что мне очень много говорили «нет». И по сей день даже на «Голосе», если вы видите, мне сказали «нет». И хотя я делала все возможное для того, чтобы песня звучала по-моему. Я всегда стараюсь, чтобы песни, которые я пою, знаете, вот как за рубежом. Артисты за рубежом всегда... Там нету сравнения кавер это, или там, если тебе дали и подарили эту песню, они за честь имеют ее петь. Если бы вы знали, что «I will always love you» — это мужская песня изначально была, даже сейчас. Лара Фабиан спела
«Малады», как все уже знают. Я это только вот узнала, я не знала. Эта песня была известной, шикарной артистки Далиды. Далида, это... То есть у тебя нет желания снять в копейку? Нет. А есть нет. желание остаться собой в этой песне? Вот, может быть, в этом тоже мой какой-то козырь. Это моя душа. Лошадка с норовом. Да. Михаил Григорьевич называл меня «Мустанг». Говорит, ты как тот мустанг, который всегда бежишь, ты не можешь останавливаться. Но, конечно, есть такие моменты, это тяжело. Во-первых, не поддержка. Меня не поддерживают, не поддерживали до того, как увидели меня сейчас на «Голосе». И это, я могу сказать, что это даже близкие. Еще пойдешь на «Голос»? Нет. Хватит, достаточно. Я считаю, что пора делать что-то свое. О чем ты мечтаешь, коротко? Я всегда мечтаю. Я считаю, что мечты нами руководят. Мечта – это наша цель. Я всегда мечтала в первую очередь. Семья – это, конечно же, всегда. Я хотела любимого человека. Он у меня есть. Это мой муж. Это моя опора. Это все для меня. Это мой единственный мужчина в моей жизни. Я серьезно говорю. Я не буду это скрывать. Я счастлива. Потому что... Такого мужчину надо еще... поискать. Ну все, уже твой. Да, мой. И попробовать. Я ж агрессивная в этом плане. Никому не отдам. Да. Конечно же, я всегда мечтала об одном. Я всегда видела, что я буду стоять на большой сцене, петь перед огромной аудиторией. Конечно же, это стадионы. То есть вот то очертание Фредди, которое я увидела в 2 года, до сих пор присутствует в моих мечтах. И когда я вижу сейчас стадионы у людей, у Монатика, я всегда мечтала побывать на его концерте, но я никогда не была на его концерте. Я боюсь больших аудиторий сейчас, потому что у меня были такие случаи, когда я чуть не попала в давку. И, во-первых, я видела со стороны эту давку. Не, береги себя, этот голос нам нужен. Вот, поэтому мне хочется больше выступать, нежели... То есть стоять на сцене и петь для людей. Но я против этого, чтобы была давка, я имею в виду. Я хочу выступать на больших площадках, на сцене. Я хочу петь авторскую музыку. Я хочу быть собой на сцене. И на самом деле, я поняла после «Голоса», после того, как ушла, почему я стою на сцене. Когда мне Дима сказал «нет», сначала, это ж понятно, у меня был шок, но ничего страшного, я привыкла к отказам. Но я вышла и сказала, говорит, я теперь понимаю, зачем я здесь. То, что Тина говорила, но не только здесь, а еще и здесь, душа моя. Моя задача быть настоящей на сцене. Моя не задача, я понимаю, что это кредо такое. То, что во мне любят люди, то, что, какой они меня принимают. И каждая смс-ка, которую мне написали в поддержку, даже после того, как ушла, мы тебя любим за то, какая ты есть. Вот, еще. Мне кажется, у меня то, что не у каждого есть, это сила. Сила, которую я несу здесь, в «Голосе», что я передаю, я рассказываю людям что-то. Я не знаю, почему. Я себе после «Голоса» стала чувствовать знаете, как переспав с этой мыслью, переспав с этим всем, я в себе ощутила то, что я никогда в себе не ощущала. И это намного важнее. Пусть 300 раз откажут, но у меня есть там люди, вот там вот. То есть я стою на сцене, да, а здесь есть люди, которые мне каждый раз доказывают на то, какая я есть и какую они хотят меня видеть мной. Точка. Береги это. Это самое важное. Дякую тобі дуже, що ти сьогодні прийшла до нас. Я представляю, скільки можна ще було говорити, да? Години 30 точно. Та я думаю, це не остання наша зустріч з тобою. Да. Дякую тобі дуже. Дякую, що ти така дуже щира, дуже багато спільного між нами. До речі, потім ще розкажу. Це була Вікторія Брехар, співачка. Цим все сказано. До побачення. Дякую. До свидання.